буду помнить всегда, как на патлах риф был звезда. Владик, парень года в Калуге, и твоей подруге мы вряд ли забудем. Так, чё, погнали? Сол, 13.47, финалист слова «Краснодар». Кто скажет мне, какого сезона? Кто скажет, какого сезона? Проиграл скрэперу. Против финалиста «Рвать на битах» Соло проиграли команде два типа. Битва финалистов. Должно быть горячо. 13.47 известен по своему легендарному судейству релоуда в батле Макс Кири, по своему батлу с Plain Dead'ом, про то, как он подставил DeepXSense'а и попытался выставить дураком, сделав вместо комплиментарки батловый раунд. В общем, много чем известен 13.47. Яркая личность. Яркая личность. Soul тоже яркая личность. Конечно, в плане вклада в офлайн батл рэп. Не уровня 13.47. Но, тем не менее, подающие надежды. Журналист, алтарник, стример и просто прекрасный человек. Какая девчонка, да, симпатичная в маечке 1xbet. Вот, и просто прекрасный человек. О, вот и здесь все наши друзья, корешки здесь все. Вот с этим чуваком мы в покер играли у Эдика. В общем, все братишки здесь. Так, ну что, погнали, посмотрим, как оно будет. Страшно ты что? А мне нравится, смотри, губы красивые, шея, смотри, какая аристократичная. Довольно-таки аристократичная шея, не знаю, игроки, какие сейчас, что сейчас в тренде, что бередит умы подрастающего поколения. Но мне вполне себе. Ну, симпатичнее Эдика Кингстона, на мой взгляд. Эдди Кингстон, респект. Эдди Кингстон вообще, считаю, секс-символ сезона 140 BPM. Но если мы говорим о втором сезоне, конечно. Если о втором, то вот Эдди Кингстон секс-символ. Все, ладно, погнали. Сол 13.47. Battle. Здесь самые горячие минуса, самые техничные MC. И помните, ни слова о грайме, Питер, дайте шуму! Мы проводим эти батлы при поддержке наших постоянных партнеров. Вводите промокод 140 BPM на их официальном сайте, а также подписывайтесь на их телеграм-канал. Ссылочка в описании. А для начала я представлю вам диджея Бирдоса. Диджей Бирдос! Шуму! Участник справа, представься. Скрудж, One Tribe, Белый Бог. Участник слева. Ну, Скрудж тоже легенда. Это человек, который участвовал в одном отборе против Айрон, но запомнился всем на века. Белый бомбит или барабам-бам, да? Это же у Скруджа был. Это же тот легендарный отбор. Самый охуенный отбор, блядь. Белый бомбит или барабам-бам? Белый бомбит или барабам-бам? Что-то такое он читал. Почему игноришь? Что я игнорю, Семен Королев? Что-то я игнорю, говорит. Вопрос про топ-5 батлеров. Но это вы можете почитать мои интервью, который я давал неоднократно в пабликах, и там узнать ответ на этот вопрос. Когда будет БЧБ? Я думаю, в марте запустимся. Круто на Блэкстаре, да. Представься. 14.88, слово «Аль-Халялька». Ну, сразу начинаем. Слово «Аль-Халялька», какой-то перформанс. Зачем-то нож отобрал у Пуджа. В общем, 13.47 будет вертеть эту игру, да? Внегласный король релоудов. Окей, друзья, по итогам CUFA начинает Скрудж. Саня, врубай первый бит! Йоу. Устроим фиесту уже, наконец-то, еще раз. Заебали ваши батлы. Я не знаю, кем ты стал, честно, но в твоем рту от членов тут давно уже нет места. Не знаю, в чем причина, будь то табло или шмаль, но в твоем сзади даже некуда и яблоку упасть. Собираешь 30 тысяч, кое-как, может просто твои батлы хуета. Где вы не там свернули, какой не прошли этап? Я готов поставить все, чтобы оставить тебя в прошлом. Запомни эту фразу, на пятах я как Навальный. Мой дрон под одеялом, у твоей мамальни в спальне. Я знаю, что ты наркоман, носишь ее купальник, разобью у тебя как вазу, как лагерь, как ебальник. Педики, поверьте, вы не гении маркетинга, вы тени, мои тени, все финита ля комедия. Твоя тёлка, это будет лесенка. Мы с...
Откуда этот ебучий сэмпл? Это, блядь, из какого-то ебучего сериала, блядь. Откуда этот сэмпл, блядь? У меня что-то детство вспоминается и мама у телевизора. Вот это ебучее тык-тык. Из какого это, блядь, сэмпл этот ебучий? Откуда он, игроки? Тык-тык, блядь, что-то такое, нахуй. Что-то вот такое вот, блядь. Прям вот, прям, блядь. Что-то типа Санта-Барбары какой-то, но не Санта-Барбары. Вот что-то такое, да, блядь. Какой-то, блядь, какой-нибудь будто сериал, блядь. Бразиль, любой бразильский сериал, да, он пишет. Чуваки, да, да, наверное, да, я вот что-то вот такое какие-то у меня сразу. Сейчас вспоминаю, как мама в детстве моем глубоком там смотрела вот эти «Дикий ангел», да, вот это вот все, вот это, блядь, там «Богатые тоже плачут», вот эта вся история, блядь. И там вот что-то такое играло, и у меня прям параллели сразу. Я, конечно, мне сложно воспринимать это в рамках рэп-баттла, такие сэмплы, но я думаю, ребята, кто помоложе, у кого не было, у кого были, точнее, альтернативы просмотру вместе с мамой бразильских сериалов, блядь. Те, я думаю, избавлены от таких параллелей. И им нормально заходит. Ну, не знаю. Такое пока. Сэмпл, конечно. Ну, я понимаю, что рофл, типа, Bad Bars и атмосфера веселья, распиздяйства и непринужденности. Хотел воссоздать ее здесь сол. Ну, так. Мои батлы, хуета, хуета. Где вы не там свернули, какой не прошли этап. Я готов поставить все, чтобы оставить тебя в прошлом. Запомни эту фразу, на пятах я как Навальный. Мой дрон под одеялом у твоей мамальни в спальне. Я знаю, что ты наркоман, носишь ее купальник. Разобью тебя как вазу, как лагерь и как ебальник. Педики, поверьте, вы не гении маркетинга. Вы тени, мои тени, все финита ля комедия. Твоя тёлка, это будет лесенка. Мы с Русланом на беде, это будет песенка. Мертвый поэт лучше старых двух. Он долбил членом ветку, говоря, что трахал суп. Похер, даже они с тобой и не дадут. Зови меня молоток, ведь я забиваю хуй. Ты имеешь секс только в паспорте. Из-за тебя в Питере пасмурно, но я все равно в очках. Хочешь спросить меня как? Если я сниму их, то они понадобятся вам. Это неравный бой, гол, замутим паритет. Видно, я буквально понял про панчи через тире. Ты катаешься за бабки других дядей по стране. Теперь после РБЛ ты Руслан Аскер за Б. У меня к тебе вопрос. Твоя мама Стифлера и твой папа Парадокс. Ты наврешь нам 8 раз. Это октагон, я залягу на Руслана, называю его дном. Yeah. Не знаю, кем ты стал. Не, ну про октагон прикольно. Ну, короче, понятно, все. Сол накидывает Bad Bars. Ебал, блядь, сидя на ветке, двигал членом, трахал сук, блядь. Ты наврал 8 раз, это октагон, блядь. Ну, ну, понятно, в общем, понятно, да, блядь. Ну, да, да, да. Ну, типа, блядь, Сол, короче, правильно понял, что от него все ждут, что от него хотят на этом батле. И он, собственно, принес улицам то, что, как бы, ну, включая батл Soul 1347, ты ожидаешь что-то вот такого. И, как бы, вот что-то такое есть. Quit Respect. О, ничего себе, слово Project. Пришел Джонни посмотреть все-таки. Отсмотрели мы Quit. В итоге на голосовании Quit молодец или нет, мы пришли к тому, что был молодец, пересмотри. Обязательно отмотай назад, посмотри концовку. Мы пришли к тому, что все-таки Джонни Квит молодец, и ему безмерное уважение. Если что, Джонни, у тебя безлимитный вход на все батлы БЧБ. Можешь даже не платить за билеты. Билеты у нас планируются дорогие, от 100 до 300 рублей. Вот. Но тебе, Джонни, всегда на площадке больше, чем батл в Калуге. Рады без билет. Просто приходишь, говоришь, я Квит, и тебя на входе Питти впускает. Ладно, ладно, не злись, я подъебал. Пити сидит, текст пишет, ругается. Ладно, погнали, погнали. Я залягу на Руслана, называю его дном. Yeah. Не знаю, кем ты стал, честно, но в твоем зале для членов давно уже нет места. Не знаю, в чем причина, будь то табло или шмать. Но там уже даже некуда и яблоку упасть. Ты задай 30 раз, 30 раз. Может, просто твои батлы хуета, хуета. Где бы ни там свернули, какой ни прошли этап. Я готов поставить все, чтобы оставить тебя в прошлом. Это бадди-бэк называется. Да, да, да. Он разъебал меня, спасибо. Сегодня я сделал бит. Понял, блядь.
Сегодня я сделал бит, сегодня я сделал флоу, я сделал... Ну, добро пожаловать. Здравствуй. Ну, клуб Плейблэка Небес 13:47. Да. Ну что, заявка, по-моему, уверенная. С такими мы принимаем. Сегодня я сделал бит, сегодня я сделал флоу. Да, он промахнулся, по-моему. По-моему, он промахнулся, имхо. Он же промахнулся, как вы считаете? По-моему, промахнулся. Сегодня я сделал бит, сегодня... Он прям бит, должен был ударить в бочку, а он сделал это раньше немного. Я сделал флоу, я сделал сегодня щит, не сделал сегодня сол. Я будто бы керамбит, но не то что с РБЛ. Ведь обычным керамбитом я бы быть бы не хотел. Я повелитель мягких тел. Я повелитель, но не ты, я сюда... Я повелитель мягких стен, вот это было бы хорошо. Я повелитель мягких стен. Заберу, пожалуй, я эту строчку, пока ее никто за меня не забрал. Я повелитель мягких тел... Нет, я повелитель мягких стен, вот это... Вот это реально то, чем можно флексить. И все, я повелитель мягких стен, блять, охуенно. Сегодня сол, я будто бы керамбит, но не то что с РБЛ. Ведь обычным керамбитом я бы быть бы не хотел. Я повелитель мягких тел. Я повелитель, но не ты. Я сюда прибыл, чтобы ты не до конца убил биты, чувак. Битва бок о бок, тебе выйдет боком и кэшбэком. Ты затронул в треке бога. Сегодня я сделал дэнс, сегодня я сделал кач. 140 Серега сол напротив обычных хач. 140 ударов ствол, 140 ударов пас. Ты не попадешь под газ. 13. Ну, конечно, я понял, короче, они пытаются, типа, вайбить, но не знаю. Мне кажется, Артур Гоукилла обоих бы на этом бите, как стоящих. Ну, хотя, даже не знаю. Ну, мне совсем не нравится. Что-то как 13:47, немножечко, не вайбит его читка, я не знаю почему. Как-то просто похоже, как, знаете, на каком-то этом тусовке просто рэперской. Один из рэперов взял майк и начал что-то, типа, стелить. Какие-то свои эти. Ну, слабовато выглядит, конечно. По идее, под это, типа, бит-то брался с расчетом на вайб. Он должен прям вайбить такой протянутой читкой. Но им обоим протянутая читка, на мой взгляд, особо не идет. И лучше бы они взяли что-то поплотнее, на мой взгляд. Ударов ствол, 140 ударов пас. Ты не попадешь под газ. 13:147, это обычный, блядь, фарш. Тебе нехуй меня вынести, ведь ты собака, гафас. Эй, давай погавкой, и отлежи мою жопу. Если собака, ты шавка, то я твой маленький. Беру тебя мой на работу. Иди к ноге, отсоси хуй. Иди к ноге, иншаля, и соси, сосиса. Это мой писюн, а ты твой губ. Ты понял, не натипте рот на мой добрый губ. Раунд. Вообще, у меня есть ощущение, что он фристайлил. У меня ощущение, что он вообще... Он не фристайлил ли случаем? А, он забыл и стал фристайлить. Да, вот похоже на это. Потому что в конце это прям вообще, будто я приехал... Отборочный раунд батла на районе просто. Не, ну я не знаю, ну может кто-то текст пишет, я ж не знаю, бля, сейчас, знаете, в нашем мире постиронии, метаиронии и всего такого вполне возможно, что, блядь, не баг, а фича. Я уже иногда не знаю вообще, на что ориентироваться в этом мире, поэтому тут как бы лучше уточнить на всякий случай. На работу, иди к ноге, отсоси хуй. Иди к ноге, иншаля, и соси, сосиса. Это мой писюн, а ты твой тгу. Ты понял, не на тебе рот. Он просто биты перепутал. Ну да, с кем не бывает, братва. Мой добрый губ, раунд. Я, блядь, не хочу ваши уши даже задерживать этим битлом. Сейчас будет пизда, да. Согласен, спасибо. Выйди за меня сейчас. Окей, ребята. Ну, в целом, все понятно уже в этом батле, но мы продолжаем дальше. Второй раунд, Саня, врубай! Причем это не я выбрал этот битос, как ни странно. Да, блядь, ты что, охуел, это не я. Сейчас будет 30-секундное вступление, просто будем стоять. Yeah.
Я попросил биты помедленнее, 140 BPM. Ведь этот овощик не вывезет ни в жизни один хер. Они пришли сюда за рейвом, подходите, хватит всем. Накачу тебя бесплатно на чертовом колесе. Чё тебе, Руся, некомфортно? А что, ты же сам хотел? Ты же суперстар для этого дерьма. Ну, бит, конечно, крутой. Крут-крут-крут-крут. Вот этот прям жесткий. И сол на нем звучит, конечно, лучше. Вот сол на этих битах звучит прям комфортно, приятно. Мне очень нравится. Я понимаю, что он экспериментирует со звучанием, ищет варианты, но вот все-таки вот сол под эти биты для меня прям звучит как именно, ну, как классика. Типа. Ну, это прям, ну, прям мне нравится. Я попросил биты помедленнее, 140 BPM. Ведь этот овощик не вывезет ни в жизни один хер. Они пришли сюда за рейвом, подходите, хватит всем. Накачу тебя бесплатно на чертовом колесе. Чё тебе, Руся, некомфортно? А что, ты же сам хотел? Ты же суперстар для этого дерьма и мегател. Самобытный чел был крут в своей простоте. Но твои парты на бите звучат как Токио Хотел. Вам это давненько сулил мотив. Тебе погубят батл рэп, как ракеты Сулеймани. Я не знаю, что случилось, либо техника сбоит, либо... Сулил мотив, Сулеймани, хорошая составная рифма, да, очень такая созвучная, жирная. Сулил мотив, тебе погубят батл рэп, как ракеты Сулеймани. Я не знаю, что случилось, либо техника сбоит, либо я рос на твоих батлах, ты стареешь на моих. Ты батл рэпит давно не кулер, этот Степан тут походу поехал своей куку, и люди прыгают под нас, и тут доггерам салют. Наши батлы это просто в каждом раунде батут. Ну и где же твой скал? Батут переделал строку Вальчинского. Но мы-то знаем, что хомут должно быть канонично. Наши батлы это просто в каждом раунде батут. Ну и где же твой оскал? Батл рэп это тоска. Это чё, блять, за дела? Куда делись нищета? Хотел биты, ну давай, подходи сюда и заряжай свой балласган. На биту там бесом жжет, еще зачет, а да ты тупые баты ведут перемал. Хочешь хайпа, мимо славы, денег, но ты уже давно тебе ты не гений. Лох, море по колено, вам не голос поколений. Как тебе поделим, это мидер просадка, выдаем, чего подаваться. И везде твой бот, профанация, мистей. И я шатал рот, твой биток, и тот не зайдет. Не летать тебе высоко, я Джордан и Старк, на одной метро, я первый в этой... Кстати, не знаю, нет, мне показалось, начал почище по дикции сол немножечко работать. А грехи остались, но, по-моему, все равно, по сравнению с тем, что было, намного лучше, нет? Ну, есть, конечно, косяки, но мне кажется, все-таки он работает над этим. Или нет, думаете? Получше стал. Вот, да, я согласен с Магой Махачевым, соглашусь. Мне кажется, он стал получше. Есть, конечно, к чему стремиться, есть расти. Но, тем не менее, стало почище. На РМБ было хуже. Да, вот я тоже. То есть, сол молодец, респект, развивается, правильно. Я просадка выдаем, чего подаваться и везде. Твой бот, профанация, мистей. И я шатал рот, твой питок, и тот не зайдет. Не летать тебе высоко, я Джордан и Старк, за одной метро. Я первый в этой гонке, принеси шампанского, гондон. Найдешь тут смысл, то ты незаурядно умен. Рау! Охуенно. Да, неплохо, хороший такой пати-пати-бит, пати-парт. Покачаться, поплясать, подрыгаться, вообще заебись. Типа вот, когда приходишь на какую-то рэп-тусовку, мне кажется, такие биты на ура заходят. Насколько в формате батла они уместны? Ну, классического, наверное, нет, но это же не классический батл. Ну, очевидно, что это такой батл. Чисто покайфовать, потусить, поприкалываться. И в этом формате нормально, да. Такой прям каноничный бит, не считай собаки тайп бит. Хорошо, все, да, все при всем. Дикция стала чуть получше, это отметили. В остальном, да, нормально. Посмотрим, что 13.47 с этим битом сделает. Ну, сейчас тебе пизда, сука. Давай, блядь. Чё, думаешь, сгрел меня уже? Раз, бля. Сейчас моего хуя на тебя будет лавина плыть, а ну к ноге, лавина клык, пёсик аборт, пёсик родится, твоя жизнь. Попытка замутить раунд на панчмен. Извини, но я не знаю, как на вкус собачий член. Я бесславный, ты последний, без контракта, без последний. Ты бесплатный, ты латентный, бесконтактный, бесконтентный. Ай, пёс хуесос, ты шарик, а не болт, а хуй меня ты остановишь. Я не шарю за релоуды, гав-гав, твой ебаная слышка, тяв-тяв. Получишь дыркой пиф-паф, съебёшься словно в Киев, кавка. Тебе пидор пиз. Да, за приз лай, лайк от дизастра, дизлайк. За каждый мать твоя мать сосет магическая призма. Научу конкретно, тебя берегут, берегут, но тщетно. Трэш контент тебе пешка нет, я на выше не даю. В рот жене твоей, как риф побес. Хасался без кукиша, пока вы стиме.
Чё там, как рифмобес? А я тут при чём? Научу конкретно, я тебя берегут, берегут, но тщетно. Трэш-контент тебе пешка нет, я на выше не даю. В рот жене твоей, как рифмобес. Хаслся без кукиша, пока вы стиме финал. Как рифмобес? Я не помню, чтоб я давал в рот на вышине жене соло. Во-первых, я все-таки уважаю соло. Не возжелай жены ближнего своего. Что-то. Это какая-то профанация. Это наговор. Это наговор. Не было, не было. Отрицаю этот факт. Не даю в рот жене твоей, как рифмобес. Остался без кукиша, пока вы в стиме финале сосали хуй на бродершап, пидорс. Ну что ж, пора прощаться, сейчас мы внутренний тэкнайн. Вам тут подкусит яйца. Они думали, я закончил, это уже the end. Вынужден, блять, вас расстроить. Дон-дон, диги-дон, диги-дон, я не то, кто бред, и видов тут нет. И видок мой плод, где бог толпе, доведите меня, борода людей, бля, где я глох и слеп. Заебал ваш склеп, заебал ваш свек. Суки, католики, вздумали, вы то ли листыривали стори. Без единого имстори, таратор, территорику на моей территории. Берегись, паца, породи, паца, готов на бита. Цак-цак, воедино соберу всех рэперов и мамы. И до конца будем трахаться. Хайп, рэперы отдыхай, это я здесь хайп. Говорю всем от первого лица, что я здесь царь, и не отрицай. Если на беде нищета, рутся, ёбло, трещит экран. Если вину ты просчитал, отправляй бичей в подвал. Нет, когда три наха на беде, любая сука и собака тут же нахуй отлетит. Если на беде нищета, рутся, ёбло, трещит экран. Если вину ты просчитал, отправляешь бичей в подвал. Когда три наха на беде, любая сука и собака тут же нахуй отлетит. Раунд. Ну, пусть знает, трудновато, конечно, трудновато это слушать, ну, типа такое, вроде там что-то по тексту как-то вроде было получше, чем у соло, ну, я это не берусь судить, ничего не знаю, но, конечно, читает очень большие проблемы, есть у него с дыханием, с артикуляцией, не знаю, по-моему, короче, в общем, 1347 задал очень высокую планку по флоу, на мой взгляд, он с ней не справился. Вот. Глобально вообще батл на самом деле сложно судить. Оба пока меня особо не впечатляют. Вот. Но, наверное, сол поприятней. Поприятней. Побольше вайбит. Получше считывает. 1347 повариативнее вроде как раскладки делает. Пытается очень разнообразно. Но не вывозит. Не вывозит, короче. Ну, в общем и целом, батл, ну, такое себе. Не знаю. Мне пока не особо нравится. Вам прям нравится? Вам нравится этот батл? Поставьте плюс, если вам нравится этот батл, и минус, если не нравится. Вот я пока что-то как-то не в восторге. Как-то так прям. Ну, типа, может, это и нормально, но глядя на такую афишу, типа, ожидаешь как-то большего, что ли, блядь. Минус, плюс, минус. Ну, плюсики есть. Ну, такой батл. Да, ну давайте посмотрим, что у нас будет закрывать. Йоу, друзья, это был всего лишь второй раунд, а у нас еще есть третий. Дайте шуму! Наконец-то снова бит. Ебой. Вы говорили не слово о грамме, но почему? Наоборот. Йоу. Йоу. Listen. Йоу, listen up, crew. Для тебя грамм это пустой звук. Слайд по биту, я не подскользну. Сношу вам, кушу прям как тайфун. Дай мне биток, я здесь, чтобы вернуть в этот подвал флекс. Дабы напомнить вам, то есть отец, и попутно наполнив их свой прогресс. Болят лок, шрезал, да ты гордо, давно не игрок. Честно, а я тут хоть всегда люблю рок. С детства, но ломаю тебе гордо, я Брок Леснер, let's go. Ты не артист, бейкон, wake up. Быть со мной в паре, это bad luck. Airborne, это мой take-off, детка. Смыл бы хоть мейкап, целка. Какая тебе техника на бите? Я убью под него всех. Должно быть обязательно слово «вагван», чтобы я окончательно прочувствовал атмосферу. Должно быть слово «вагван». «Wake up» я пока слышал, но обязательно должно быть «вагван». Не будет «вагван», все, блядь, это нивелирует нахуй весь успех раунда. Должно быть обязательно «вагван». Обязательно. «Эскибой», но это совсем должно быть идеально. «Бадман Лондон Бой», да. Но «вагван» обязательно должно быть. Паре, это bad luck, airborne, это мой take-off, детка. Смыл бы хоть мейкап, целка. Какая тебе техника на бите? Я убью под него всех, кого ты хотел. И пусть это будет грех в своей полноте. А ты тушит ли у тех в этой богадельне? Эй, тебе сколько лет? Все былые твои лавры судим на нет. Я засуну тебе майк прямо в пищевод. Сказать, что ты чмо, не сказать ничего. Это собачий лайк.
тебя похоронный собачий марш. Клэй с тобой был заманчив наш. Надеюсь, не забудешь текст очень наш. А я Дин Винчестер, делал я так, что Руси миг исчезнет. Залетаю в ринг, это ринг, ринг, бейтслайн. Разбавляю ваше ебаное шоу песни. Смысл снова стягаться батлами. Выходи с Русланом, как батлин с пятикантропом. Дай пару минут, я разберу тебя на атомы. После не помогут ты патологоанатомы, окей? И мне стрёмно даже тебя подозревать при любой краже. Вы забыли открыть этого персонажа. Ты не в хит-парадах и мимо продажи. Let's go! Пидорас. Сам такой. Опустил меня. Ненавижу тебя. Ты меня опустил. Ребята, друзья, я забыл сказать, у нас третий раунд под разные биты. 13.47, сейчас начинаем под свой бит, оцените, чуваки. Самый охуенный бит, что я слышал, блядь. Короче, Грайм заебал меня твой через вот только что. Сейчас покажу, как нам стоит. Только мне ухо на твое. Ну просто встань и заткнись. Отсосу солу за сотку отсосу. Ведь, сука, солу, сосска, Серега, как алсу. Серега сол, свинью за стол, а на ноги на стол. Нету Сереху, Сереги, но он сосет, как осел. Муа-муа, Серега сол, в хип-хопе, как инфинити. Серега сол, спутал Тимми с Тимати. Серега сол, весь на инстинкте, Серега на стимуле. Серегу жарят в Австралии, Серегу жарят в Сибири-сити. Серега сол, зря не засохший мачо. В финале R&B не выстрел ни одного панча. Серега, сука, собака, Серега, сука, нищ. Серега нищий, но Серега, сука, симпатичный. Ла! Серега сол, не считай собаки. Трое в лодке, хуй Сереги, и все так же монахини. Он готов лишь рифмобесу дать до выступа спермы. У Сереги сосед Тимми, чтобы выступить первым. Серега сол, прыгай на мой ствол. Серега символ сити. Ну, это попытка забайтить Plain Dead, но, на мой взгляд, Plain Dead один, и он неповторим. Вы согласны со мной? Все-таки, знаете, как оригинал и подделочка. Все-таки делать так, как Plain Dead, ну, это никто, ну, кто сможет? Вот пытается, конечно, 1347, прям вот очевидно вот эти его моменты, прям видно, в чью сторону смотрел и чего вайба хотел. Но нет. Невозможно срисовать рисунок флоу Plain Dead. Потому что Plain Dead бог, маэстро битов. Понимаете? Он флоу рожденный. Первый флоу рожденный — это Plain Dead. Поэтому, конечно, сложно. Ну, мне приятно, конечно, что меня упоминают. 13.47, видимо. Обиделся о том, насчет того стрима про релоуды. А может, и не обиделся. В любом случае, это не так важно. В общем, да, пытается под Plain Dead, да, но такое, на минималочках. У Plain Dead как-то это угарнее получается, более энергично, что ли, экспрессивно. Сосед Тимми, чтобы выступить первым. Серега Соу, прыгай на мой ствол. Серега символ сити, отсосите за СИЗО. Твой текст опять, я уверен, хуёво намалёван. Ты в курсе, как на вкус жопа мамы Льва Мавалёва. Ты не на того полез, ты не на... Лев-то что ему плохого сделал, блядь? Все, я понял, короче, 13.47, все, блядь. При чем тут, блядь, Лев-то? Ладно, я-то понимаю, но Лев-то, блядь, ну ладно. Рифмуется и рифмуется. Рифмуем все, что рифмуется, да? Мы взяли все это на улицах, ебать. На того попался, а тот давно нахуй ненужный, да ну нахуй опасный. Мне стоит лишь сказать, что я чеченец, и ты будешь извиняться, ты поддержишь этот челлендж. Братан, с тобой вы вместе как союз. Я на тебе как на войне, а на войне я трахаюсь. И шайтана натяну на ништана. Я войду в эту шалаву и воскликну иншалла. Хуй знает. Вот так, бля. Прости, пожалуйста, я не знал просто. Извините. Сорян, ребят, что такое произошло. В общем, как вам батл? Друзья, реально друзья, давайте оценим, кто вам, друзьям, понравился больше. Серега Сол! Ну, для меня Серега Сол, короче, был интереснее. По раундам не буду судить, потому что сложно вообще это судить по раундам. Честно скажу, батл мне не понравился, наверное. Пересматривать точно не буду. Если, конечно, не буду батлить с кем из них. Вот. Батл такое. Ниже среднего. Вот. Но, тем не менее, Сол был хорош в третьем раунде, во втором. Мне больше понравилось его выступление, чем 13.47.
А вот. Я проголосую за соло. Ну да. 13.47, ну прям как-то. Я понимаю, что это Бэд Бартовый формат, и он сам понимает уже, что времена былой славы уже навряд ли получится вернуть, когда 13.47 был топ-топов и возглавлял таблицу Икара. Таблицу Икара, наверное, он до сих пор возглавляет, но кто в нее заходит? Кто заходит в этот Google документ? Он вообще не удален ли еще? Поэтому, да, он понимает, что, как бы, чтобы оставаться в тренде, чтобы приглашали, чтобы продолжать этим заниматься, надо куда-то двигаться в сторону Бэд Барсов, в сторону Plain Dead'а, смотрит туда, но пока даже вот эта Plain Dead'овщина, на мой взгляд, не особо заходит. Давайте посмотрим, что тут будет в конце. Говорят, досмотри. 13.47! Soul! 13.47! От души. Всем спасибо. Всем от души. Респект, ребят, каждому, подожди, кто пришел. Подожди, сейчас я разговариваю. Блять. Всем спасибо, это был 140 BPM Battle. Подписывайтесь на наши штучки. Всем пока. Я Кингста Альфача включил. Присек просто. Просто нагло присек. Вот это вот все безобразие. Ну, в общем, да, батл такой себе. Сол победил. Сол победил.